Все, давайте, всем удачи. Поехали. Главное, не Яма перегорите. Сказал не все Поехали, в нормально, пизду. все, да, соберитесь, Я вообще забудьте. всегда против ПП, но сейчас блядь, и я заебался. Блядь, ну сука. Давайте, ребят, сзади внимательно. Играйте по-простому в центр, блядь, с краев, пожалуйста, сзади, спереди скидывайте назад. От души в душу, братуха. На мяч защитников не ведите вперед, открывайтесь. Все, поехали. Внимательно. Все внимательно. Сейчас. Агуэр. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Забейте гол, чтобы уже, блядь. Какой-то у нас был. Антон, на бежи. Ебать. Ты выше. Можно сразу. Нет, да. Агуэро. Сань, не крутись. Я. На ночь. Агуэр. Штрафной, нет? Хорошая игра защитника, нет. Чисто сыгран. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Штрафной? Сейчас не штрафной. Мяч будет введен из зала. Дальше назад откатись. Агрессивнее, блядь, снимите, сыграйте. Сабалета. Кагава. Плохая передача. Еще бы ее не перехватили. Держи. Куда? Здесь аккуратнее. Ну, блядь. Это может быть опасно. Еще один. Агуэр. Жера. Мяч остался. Не давал ничего уже. Там дальше тоже будет хорошо. Давайте нашу. На дальнюю готовьтесь. Подожди, я с другой стороны стану. А, я думал с забеганием, но ладно. Не-не, вот тут. Давай. Агуэр. Рикошет. Да. Задницу не забываем. Назад, резон назад. Мяч летит в центр штрафной. Ёпта. Выбит мяч в штрафной. Извини, я не хотел. Кажется, блин, прав. Потенциально очень опасной контратаки. Хорош. Выбили у него мяч. Куда? Блять, ну ошибся. Давайте поспокойней. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. С нижним, ребят. Гонало. Сань, блять, мог убежать. Не хочу я его. Ну, открой. Хорош, Санька, красавчик, просто выдумался. Давайте, ребят. Роб, красава, что не в центр отдал, дождался меня. Давайте так, посильнее еще. Центр, смотрите, не давайте так, не давайте идти ему-то. Проще вынос. Не кидайтесь, не кидайтесь. Уверенно сыграл голкипер. Ай-яй-яй, я один был. Если бы так же прокинул, то я бы забежал. Хорошо увидел партнера впереди. Блядь, сам в центре. Хорош, хорош, Роб. Вот это не... Опасно. Вот, навязывают ему борьбу. Осадь был уже, понимаешь? Я Майор. Уже убежал. Доработал бы уже. Присоедините. Ба. Лукак. Хороший Еще. На перехвате, и Все, вот надежи. В распоряжении другой команды. Я уведу. Это может быть опасная атака. Навешу. Ух, нихуя себе навесил.
Ебать. На майора вешал, сори. Хорош. Великолепно сыграл защитник. Блять. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Агуэр. Отлично сыграно, надо решать. Встречайте, встречайте. Второй темп. Хорош. Отличный отбор мяча. Сейчас пока не наш. Вперед сейчас, кинь по флангу на майора. Майор на денджер скинь. Я могу сразу на денджера запустить. Ну, ну лучше так, чтобы он не ушел. Раз, давай, два, сделай. Три. Майор, попробуй в центр. Еще. Типа я. Ай, блядь. Ба. Агуэр. И ближе к воротам игра. Прошла передача, можно выходить к воротам. Да еще дальше. А, да, наоборот, на второй темп. Итак, отобрали мяч у соперника, теперь можно... Блядь, да ебучая игра, нахуй. Шакири. Фан, 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 хорош, еще. Второй темп, отлично. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Ребят, не выносите, ну спокойно же, Мек, у тебя было много пространства. Шакири. Встретить. Кагава. Хорош. На пару решили шире разыграть эту комбинацию. Шире дэнж есть. Какая давай, моя. Как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Вот это! Ну, бля! Выиграю. Сорян. Мег. И как опасно пробил. Хорош, пойдет, пойдет, пойдет. Идите, ребят. Ребята, 45-я и с хуем, блядь. Сыграно-то точно, а вот стоило. Выбей. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Игра головой позволяет им сохранить мяч. Агуэр. Чисто отобран мяч. Дальше пробка. Майор, ай, да не надо, там я один в пике. Паями, паями, ребят. Паями, выйдите. Сильно бы пошло в любом случае. 45-я, ребят, аккуратно. Буду закидывать. Яма между там, вот, 86-й, смотри. Хорош, яма. Спокойно. Ай, блин. Смогут ли они довести эту атаку до удара? Штрафная совсем рядом. Агуэр. Навес будет аккуратно. Хорош. 1-0. Финтин, блядь. Давайте, можем. Умеем, моем. Блядь, сука, там навес был, блядь, бы. Майор бы один был. Блядь, думал, ближак он не держит, думал, сейчас левым катнулом, блядь. Да ты еще пытался мастерским этим ударом. Надо было просто. Не, два раза ударил. Два раза нажал и ближай. И просто левой думал, что. Давайте. Дальше собирать. Разыграй сейчас вперед назад. Давайте. Команда готова, тренерские установки получены. Можно начинать. Пока неплохо. Есть игрок впереди. Пройдет передач. Отдали на вес. Да. Поехали, Ям. Великолепная игра вратаря. И в центр штрафной мяч. Блять, там такие шпалы, блять, сейчас делают. Подожди. Встретить надо, ну. Хорош. Хорош, Антон. Накрыть, накрыть, накрыть. Кагава. Нет, не дошел этот пас до адреса. Не стал давать свисток, арбитр прочитал ситуацию. Выиграешь, Макис. Да что ты каждый раз комментируешь? Можешь один раз... Все, хватит, все. Хватит. Че, бомбите все, успокойтесь, быстро игры, все. После игры.
наградного. Может получиться интересная атака. Светис. Смотри. Шири Дэнш, отлично просто мне. Нахуй. Красава. Просто, блядь. Говори, ты... реально просто, блядь, проще разуметься под себя. Все, давай. Потом. Кому как? Я по-своему играю, ты по-своему. Все. Все. После. Встретить на хорош. Еще надежный. О, блядь, майор хотел. Есть сварик развернуть. Можно, можно? Не успел. Защитник тут хорошо поработал, выиграл аут. Агуэро. Можно играть. Наш. Давайте попробуем так на дальнюю. Я только с разыгровкой. Как? Я попробую. Нет, ребята, защиты никого нет. Яму. Давайте ниже. Че, я тебе даю, майор? Да, яму, беги. Даю. Блять. Чуть-чуть. Там, видишь, далеко летит. Я надо вот чуть выдержать, секундочку. Ребят, игроков. Далеко, далеко, далеко будет. А, нет. Вратарь теряет мяч. Тут может быть опасно. Молодец. Хорошо, умнички, ребят. Молодцы, молодцы. Все, давайте еще. Не смог парировать вратарь этот удар. Я думаю, высказывает сейчас... Только не ломитесь вперед, все. Не-не, давайте, так же, да. Антон, не нервничай, сам главное спокойно. Да-да, дальше мы знаем, все именно так. Впечатление такое, что просто над соперником издеваются. Есть. Это может быть опасная атака. Он бьет. Красава. С этим ударом достаточно сложно. Защиту не забываем. А, низом разыграйте, низом разыграйте. Подожди, они кроют вверх. Мы скоро узнаем, что это. Майор, сразу на света, дай сейчас. С ямой на дальнюю вовремя туда. Подача на дальнюю штангу. Хорош. Все секси просто. Че, блядь? Яма лучше. Я просто видел туда, ну вообще, яма красиво ворвался. Да, хорош. Вытащи. Навес опасный. Свит, когда ты забежал, я уже... Отличный угловой и классно забили. Да, вряд ли ошибусь. Продолжаем давить. Останавливаюсь. Два матча решена. Шакири. Да пойдите на него, блядь, он на один бегает у нас. Блядь, я выдвинусь, блядь. Не, понятно, я не тебе говорю, Сань. Че бомбитесь? Я просто тоже не могу себе позицию туда прийти. Увидел открывание впереди, делает передачу. Момент для удара! Хорош, хороший. Есть хет-трик, прекрасный игрок. Хуесосы, блядь. Не расслабляйтесь, что ли. Хорош, там вырезал мяч. Да, покуражился парень. Это, блядь, называется, ты попросил бы ты помедленнее 140 BPM, нахуй. Ой, блядь. Надежный. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Надежный, блядь. Ой, хороший. Антоха, луч. Лучи, блядь. Не давайте такие пасы. О, боже. Мяч летит в центр. Хорош. Давай лево быстро. Антон, майор. В руки мяч направили. Ой, неплохо. За... Ну, я как мог. Через фланг идет атака. Там Роб бежит, я останусь. Мяч перехвачен. Шанс организован. Нормально. Есть возможность... Центр, Света, центр, ты центр, в ноги центр, давал? Назад. Пойдет, пойдет. Защита справляется. Умнички. Умнички, умнички, ребят. Уверенно, нет. Мяк не умничка. Саня. Хуй соси. Хуй соси. Ройс. Денджер, аккуратней чуть-чуть. Денджер. ЛП похуй вообще. Пошли последние 15 минут. На ЛП похуй. Неплохой пас, но соперник эту передачу прочитал. Смотрите, я один. Блядь, на тебя Нотис давал. Нотис? Это может быть опасно. За тебя. Дайте свет. Все для тебя. Дадим. А вот карточку судья почему-то не дает. Да, надо, конечно, требовать желтую карточку и обязывать капитан команды. Интересно, посередине ебнуть потащит? Грязь посередине. Ёб не так, чтоб я добил.
убрать ее оттуда и влево сбегу дальше. Я собака, ты собака, я собака. Клакович, блядь. Клакович забивает. Феноменальный гол. Мы еще посмотрим, как забивался мяч с пенальти. Уилл Смит. Не хочется это признавать, но разница в классе просто колоссальная. Центр, 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 центр. Там Слава убирает. Свит есть под тобой, если что. Грамотный пас, все по делу. Скати еще в центр. Ладно. Симпатично было все равно. Ну, блядь, ну. Есть. Ну ладно, дайте повъебываться чуть-чуть. Не надо въебываться. Дай мне. Хорошо. Сука! Пойдет, пойдет, пойдет. Давай. Лох, попробуем еще раз, Маш. А может давайте. А может давайте Хайстанки. Я Лехе дам, если что. И вот вместо подачи розыгрыш главу. Ой, даже так. Здорово сыграла оборона, удалось сделать штрафу. Надежно играет защитник, атака. Защитка. Блять, центр, ну вы издеваетесь, что дальняя. Хороший. Яма, ну хоть иди вперед. Я молодой. Сейчас, спокойно, спокойно. Надержи. И прямо в центр штрафной полетел мяч. Только не фалить. Есть поддержка партнеров. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Выбит мяч из штрафной. Можно. Нет. Mm-hmm. Сорян. Позиция, встаньте, что-то сумбур какой-то. Твою мамашу, блядь. На кашу. А. Блядь, что за хуйня? Вот это удар. Вынос, вынос. Неплохо. Неплохо. Да, матон. Вокруг тебя весь мир кружит. Ой, блять, а чё? Ой-ой-ой, это шанс. Хороший пас на вход. Это может быть опасная атака. Выручил он свою команду. Ничего не успел сделать, сорян. Хорошо играет сегодня в пас, очень высокий процент точных передач. Хорошо. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Бля, пиздос. Агуэр. Спасибо, блин. Пас даю, блин. Итак, звучит. Вот. Хуй. Молодцы, конечно. Нахуя при 6-0, блядь, защитнику вперед идти. Вот опять тоже хуйня, блядь. Ну, папка нарешал. Яма сказал, там угол был. Ну чё, майор? Че? Третий раз команда недели. Команда тура, точнее, игрок тура. Мне не ставить сборку, что ты хочешь. В смысле? Яма сказал, я не успевал пипец, вернуться. 92% пасов. А есть, сколько? А есть хуесосы, которые, блядь, Юнайтед играют. Хуя у меня пасов. Я типа сегодня плеймейкер?